меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Вокруг нет ничего. Пустота, холод. Все это теперь кажется сном, который превратился в кошмар, в котором мы живем. Мы совсем одиноки, и некому заботиться о нас. Люди всегда умели убивать лучше, чем любое другое живое существо. Бывает так плохо, что руки опускаются. Страх, ненависть, отчаяние накатывают волна за волной, и кажется, что этому не будет конца. Как взять себя в руки, успокоиться, найти силы продолжать жить? Вот мой главный совет. Канал Егермейстер. Автор этого канала не просто рассказывает истории об игровых вселенных. Он разбирает сюжетные дыры, подмечает отсылки, предполагает всевозможные варианты развития событий, выдвигая при этом совершенно различные теории и догадки. Крайне рекомендую подписаться на канал. Ссылка будет находиться в описании.